Вызов на пульт дежурного поступил около 12:30. Первая пожарная машина приехала на место всего через 5 минут, но тушить в трехкомнатной квартире к этому моменту уже было нечего. В задымленном помещении на кровати пожарные обнаружили обгоревшие останки 2 человек. В данной комнате произошло убийство моего сына и еще одной невинной девочки. Убийца, чтобы скрыть следы преступления, поджег квартиру и скрылся. Сейчас его предполагаемого преступника ищут. Но я не уверен, что это он. Пусть разбирается милиция. Напрасно на кого-либо катить не буду. Просто факт. Это мы живем в таком мире. Предварительная версия возгорания, которое могло произойти по причине неосторожного обращения с огнем, оказалась несостоятельной. По факту двойного убийства в квартире дома номер 29 на улице Клары Цеткин возбудили уголовное дело. В настоящее время назначено проведение ряда судебно-медицинских экспертиз. Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, следователи опрашивают соседей, родных и друзей погибших. Анастасия Жердина, Марат Нигматуллин, специально для сайта 72.ру.